В Муловской участковой больнице Меликевского района нет врача-стоматолога. Нужный специалист не так давно уволился, а жители Муловки и соседних деревень теперь вынуждены искать другие места для лечения. С просьбой помочь в привлечении специалиста жители обратились к губернатору. В Минздраве пояснили, врач найден. Нам подобрали новую кандидатуру, которая на этой неделе должна быть трудоустроена. Это Уткина Виолетта Олеговна из города Димитровграда, которая закончила Самарский государственный университет. Она будет трудиться в том числе и для обслуживания жителей Никольского начальника. Жители улицы Опытной в Ульяновске беспокоятся за безопасность детей. Между домами номер 13 и 15 аварийные деревья того и гляди упадут, а ветки летят от дуновения ветра. Получили уже порубочный билет, а 25 числа аварийное дерево будет удалено, а там, где будет глубокая обрезка, после 14 октября приступим к работе, в течение недели завершим, потому что идет вегетационный еще период. В рабочем поселке Кузоватова пришла в негодность дорога по улицам Карла Маркса, Советской и Ленина. Транзитный участок обеспечивает проезд в южные районы области и ведет к соцобъектам поселка. Ремонт уже начался. Техническая готовность объекта 60%. Порядка 100 миллионов рублей было выделено на этот объект. Но объект важный. Надо, конечно, Кузоватова привести в порядок. Ну все тогда. Давайте до конца октября. Срок, время еще есть. Жду доклада. Также жители Сосновки Корсунского района попросили помочь с устройством водоотводного канала на улице Кооперативной. Этим ответственные службы займутся в понедельник. Анна Тищенко, Улправда ТВ.